Здравствуйте, мои дорогие. Долго не выходила на связь, я по вам тоже очень сильно соскучилась. Не успела ни накраситься, ничего. Бегу быстрее в школу за детьми. Но я вам обещала записать видеоблог, поэтому у меня есть 15 минут, чтобы с вами пообщаться. Жалко, что я вас не вижу, а разговариваю, можно сказать, сама собой. Но быстренько рассказываю вам про те вопросы, которые вы мне задавали. Был вопрос, как я крашу волосы. Волосы я крашу одной фирмой, это L'Oréal и Noir. Смешиваю цвет 9.3 и 10.1, либо просто 9.3, если хочу быть более теплого оттенка с желтизной. На оксиде девятка. Сейчас я крашу на оксиде девятка, а так крашу волосы на оксиде шестерка, смотря, знаете, какое, можно сказать, настроение. Когда хочется быть более светлой, на оксиде девятка. Если хочется чуть-чуть затемнить, то на оксиде шестерка. Мне очень нравится эта краска, она такая маслянистая, не портит волосы. Но вот я сколько ей, 5 лет пользуюсь, волосы она точно мне не испортила, отрастила. Половина моей, конечно, чуть-чуть я здесь дорастила, но у меня была съемка, мне сказали, что нужно более длинные волосы, поэтому я по максимуму сделала. Конечно, тяжело с детьми, постоянно хвостик, косичка, но мне как бы уже не привыкать, я рада, что я отрастила свою длину, очень длинную. Отрастила, я вам уже говорила, альфа-парф, ампулы. Вы мне спрашиваете, что та продукция, которая была в зеленых тюбиках, ее сняли с производства. Правильно, ее правда сняли с производства, сейчас это светлые тюбики, белая упаковочка, но состав тот же самый, просто нету серума маленьких тюбиков, а также маска и вот эти ампулы. Также мы смешиваем, также делаем под теплую плоечку. Эффект один в один. Они даже упростили, сэкономили нам деньги, что не нужно покупать целую серию, а все сделали всего лишь в одну ампулу. Дальше насчет моей белковой диеты. Я вам говорила, что я, когда хочу похудеть, я ем 500 килокалорий в день. Это правда. Я вам могу была тут разрекламировать какие-то суперсредства для похудения, таблетки, еще что-то. Я не буду, я не хочу людей обманывать. Пробовала я это все, честно, тоже. Ничего не работает, только гастрит я себе обострила, и ничего хорошего, ни к чему хорошему это не привело, честно вам скажу. Да, 500 килокалорий в день. Это очень тяжело, правда, заставить себя не есть, заклеить себе рот, питаться только правильной едой, тяжело. Но если вы хотите, это... То, что я вам говорю, то это правда. Я ем вам с утра творог обезжиренный 0%, это 150 килокалорий. Потом салатик килокалорий 100, креветочки, они очень, по-моему, 50 килокалорий всего лишь в 50 граммах. И на ужин опять салатик. Я не ем тогда ни сладкое, ни мучное, исключаю все. И подсчитываю, вот прям беру, смотрю на пачке, сколько килокалорий, записала, не больше. 500 килокалорий, быстро сбрасываю вес, потом я уже питаюсь хорошо. Но для того, чтобы себя держать в форме, я иногда сижу 2 недели или неделю на белках. Белковая диета. Смысл в том, что первую неделю вы только едите белки. Это, например, яичница, но только из белка. Желток мы выбрасываем или добавляем куда-нибудь там, для детей. Например, творог 0%. Салаты нельзя, фрукты нельзя, ничего нельзя, только чистый белок. Мясо, курица, рыба, все отварное, без соли. Например, если уж очень захотела сладенькую, можно такую дрянь выпить, Coca-Cola Diet, диетическая, но не усердствуйте, ее надо чуть-чуть, и целлюлит будет вам гарантирован, если ее пить. Но если уж сладенького захотелось. Или очень хороший тоже рецепт. Берем 200 грамм творога. Одно яйцо с желтком можно. Все перемешиваем, добавляем сахарозаменитель. У нас здесь вкусный сахарозаменитель, я не знаю, в Лондоне, в Европе. Я не знаю, как в Москве, но чуть-чуть можно его добавить, даже если будет какой-то привкус. Ну что ж поделаешь, красота требует жертв. Вот, все перемешиваем, берем формочки для кейков. В Москве, по-моему, тоже кейки такие бумажные. Туда это распределяем массу, запекаем 15-20 минут. Все достаем, из чаечка можно это есть. Это как бы сладенькое, и творожок вроде вкусный, и тоже, как считается, белок.
Так сидеть надо неделю только на белках. А салаты можно уже включить во вторую неделю. То есть мы едим тоже белок и салат. Мы не едим фрукты вообще. Мы не едим мучное. Мы вообще не едим ничего, что связано с углеводами. Да, жестокая тоже диета, но действительно помогает. И эту диету я, наверное, делаю один раз в 2-3 месяца, просто чтобы поддержать свою форму. Сейчас очень популярная тема после передачи «Пусть говорят» насчет пластической хирургии и тому подобного. Я вам честно скажу, я не буду обманывать, да, я делала себе губы в 16 лет. Меня подружка привела в какую-то поликлинику, это даже был не врач, а подсобное помещение. Она себе хотела сделать губы. У меня не было даже на тот момент денег, в 16 лет только школу закончила. На что врач сказал, отдашь, там будешь давать по 100 рублей, отдашь эти 3000. Я говорю, а вы думаете, мне это точно нужно? Она говорит, ну у вас такое круглое лицо, у вас нос курносый, и губ нет. Она говорит, у вас лицо сразу кажется, что вы килограммов 70-80 весите. Я так расстроилась, все, у меня возникли комплексы. Она мне много что говорила, что мне эти губы просто необходимы. Ну, я согласилась, сделала. Сначала у меня ничего не было, потом на второй день у меня все раздулось, гематомы, синяки. Это все было без анестезии. Я даже не знаю, что был за аппарат. Сейчас я так предполагаю, биополимерный гель. Он не рассасывается, это на всю жизнь. Пожалела уже 100 раз. 100 раз слышу от мамы, что я с собой сделала, от папы, от мужа, зачем. Ну, как зачем? Сама виновата. Конечно, и врач виноват, но 16 лет портить девочку, которой аппарат она знала, что вывести невозможно, только операцию. С ее стороны, это тоже было некрасиво. Ну, а с моей это была дурость, глупость, за которую я расплачиваюсь. Чем расплачиваешься? Если ты сделала что-то с собой, эти губы, еще ты блондинка, это уже какой-то определенный статус в обществе, что ты должна быть глупая, тупая, ничего не знаешь, ничего не понимаешь, только интересуешься своей красотой. То думайте перед тем, чтобы с собой что-то сделать. Сейчас бы я могла их, наверное, лечь под операцию, к пластическому хирургу, чтобы мне их убрали. Я бы и с радостью, но я теперь так боюсь всего, я всего отхожу, вот всех этих врачей отхожу далеко-далеко. Я даже отучилась, знаете, на таких курсах мини-косметологии, чтобы делать себе пилинги химические, потому что каждый приход к врачу оборачивается тем, что мне надо срочно убрать мои щеки, потому что они у меня, типа, большие, особенно если я поправляюсь, это нос и щеки. Нос у меня картошкой в бабушку. Они мне говорят, надо тебе и ботоксы, надо тебе и гиалуроновую кислоту, и еще что-то нужно. Я от них уже убегаю, от этих врачей. И даже липосакцию мне хотели сделать. Где-то же, что у меня где-то второй подбородок, что надо... Ты такая худенькая, так мало весишь, а твое лицо, оно пухлое, некрасивое. На фотографиях ты смотришься очень толстый. Сейчас у меня есть голова. Я благодаря этому опыту, что со мной случилось, я стала ко всему относиться более, наверное, серьезнее. Я стала знать, что можно совершить ошибку, и ты будешь за нее платить. За каждые ошибки надо платить. Поэтому я стараюсь не совершать больше никаких ошибок. Меня люди любят. Идти и убирать свои губы я уже не буду. Мне уже все равно, честно, что про меня там говорят. Нравлюсь я людям, не нравлюсь. У меня есть 3 детей. У меня есть своя работа, у меня есть любимый муж. Мне есть куда потратить это время, чем бежать к врачам, отдавать бешеные деньги, чтобы изменить мою внешность. Сделала ошибку. Все, буду расплачивать до конца своей жизни за эту ошибку. Она меня научила, научила. Это самое главное. Опыт я получила, получила. Все. А из-за того, какой я человек, я стараюсь никого не обижать, не оскорблять. Я многое вижу в Инстаграме, мне пишут гадости. Я просто хочу обратиться к вам, дорогие мои подписчики. Вы не думайте, что, обидев меня и написав про меня какой-то плохой комментарий, вы делаете себе хорошо. Я живу по принципу тому, что не делай людям зла, это все тебе обернется. И действительно, прежде чем осудить человека, подумай, что ты этого человека можешь ранить, а словом можно и убить. Я люблю каждого человека. Я могу выслушать любой плохой комментарий, могу прочитать, могу
Делайте выводы об этом человеке. Но я не буду осуждать людей никогда. Если я вам не нравлюсь по каким-то вашим критериям, ну, просто не пишите мне. Вы поймите, я тоже человек. Я мама. Я очень стараюсь к людям относиться с большим уважением. Я была в Москве, я видела людей, которые заболели звездной болезнью. Мне жалко этих людей на самом деле. Мы все ходим перед Богом. И не важно, что ты там звезда сейчас на телевидении, а кто-то моет полы. Я такой же человек, как и ты. Не дай Бог, чтобы с кем-то из звезд что-то случилось, кто поймал звездную болезнь, я имею в виду. И чтобы от вас не отвернулись люди. И вы не стали так же мыть полы, а на вас кто-то сверху смотреть. Я просто хочу обратиться ко всем, что давайте больше любить и ценить друг друга, ценить людей. Наши дети все впитывают от нас, наши привычки, наше общение. Давайте сделаем так, чтобы наши дети выросли хорошими людьми, чтобы уважали друг друга, чтобы наше общество перестало делиться на слои богатых, нищих, бедных, малозарабатывающих, чтобы люди просто общались от того, что друг другу интересно, что интересно общение друг с другом, а не по какому статусу ты живешь и к какой категории ты относишься. Я только за мир, честное слово. Я вас очень сильно люблю. Пожалуйста, не обижайтесь на то, что я, может, мало времени вам уделяю, мало чем с вами делюсь. Я расскажу обо всем, мне нечего скрывать. В предыдущих своих видеоблогах я говорила и про свои зубы, что я делала напыление, порекомендовала клинику. Это действительно клиника, в которую я ходила, и мне понравилось. Это недорого. 3000 за один зуб, если делать 6, у меня только 6 сделано, нижние мои. Я думаю, что это нормально, если хочется иметь белые зубки. А насчет моей коллекции одежды. Я готовлю новую коллекцию одежды. Вы мне очень пишете, где можно купить, где можно посмотреть. Сейчас я над этим работаю. Москва тоже не сразу строилась. Я к тому, что я не собираюсь вкладывать деньги в Fashion Russian Week, потому что 15 тысяч долларов у меня нету. То есть я даже их не готова потратить на то, чтобы заплатить за свой показ. Мне есть куда деньги девать. У меня 3 детей, которым, извините, надо дать образование, устроить их в хорошую школу. Всякие кружки, репетиторы, это стоит денег. А деньги, вы знаете, имеют свойство кончаться. Поэтому все, что я делаю, свою коллекцию, свою одежду, я вам буду потихонечку говорить, где можно это приобрести. Сейчас это можно приобрести в Михайловский переулок, дом 26, метро Войковская. У меня в Инстаграме написано. Написан телефон и адрес. Вы можете обратиться, мы можем сшить не за такие большие деньги, вам прекрасное платье, костюм. Я выкладываю цены платьев, которые я делаю там от кутюр, там дорогие ткани. Но поверьте, можно сделать и более дешевое платье, может быть, не из таких дорогих тканей, но оно будет тоже смотреться просто шикарно. Добавить чуть-чуть фантазии, моего чуть-чуть дизайн. Я обязательно вам еще больше отвечу на вопросы. Я просто записала это видео, потому что я вам обещала. Я не сдерживаю свои обещания. Я побежала за детьми, я уже опаздываю. До новых встреч. Очень вас всех люблю, ценю. И спасибо за тех, кто со мной. Мои люди всегда будут со мной. А то, что есть плохие люди, знаете, я рада, что меня жизнь все-таки держит на расстоянии от таких людей. Пока. С вами была Мария Погребняк. До скорой встречи!